сердце, мы просто пришли и стали легендой. БГТУ имени Шухова, один из опорных вузов страны, в этом году отмечает 70-летний юбилей. К этой дате приурочили торжественное награждение лучших сотрудников и студентов за успехи в профессиональной деятельности и активное участие в общественной жизни. За это время в нашем университете создалась крепкая научная школа, и мы гордимся нашими учеными, нашими преподавателями и особенности нашими студентами, которые вносят значительный вклад в экономику Белгородской области и России в целом. На торжественной церемонии 36 сотрудников вуза получили свидетельство о занесении на доску почета. Я более 17 лет работаю в университете. Выбрал его по призванию. Я автомобилист по своей натуре, по своей сути. Я учился здесь. Я окончил в 2006 Белгородский государственный технологический университет. Сразу же остался на работу в университете. Окончил аспирантуру, ну и продолжил свое дело, любимое дело. По итогам 23-го года отмечены и лучшие студенты. Один из них – Максим Горучава. Учится на 5-м курсе по специальности «Пожарная безопасность». Вступил в добровольную пожарную команду еще на 1-м курсе. Привлекался сначала для участия в соревнованиях, потом организовывал соревнования. Потом в какой-то момент я стал командиром добровольной пожарной команды нашего университета. Далее у нас был создан Центр по организации деятельности студенческих формирований по профилактике правонарушений. В 2022 году его возглавил, стал начальником штаба центра. И сейчас дальше продолжаю и учиться, и работать в нашем университете. Награды от министра обороны Российской Федерации и командования сухопутными войсками получили сотрудники военно-учебного центра за помощь и поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Светлана Гмыря, Виталий Петренко. Такой день на Мире Белогорья.